Всего заработано за неделю 14 748 рублей. Рассмотрим другие недели. 17 600, 24 700, 30 000 рублей. Привет, меня зовут Артур Лето, я реальный человек, и я зарабатываю реальные деньги в интернете на продаже чужих знаний, то есть не своих, а чужих. И в этом видео я хочу показать, сколько я зарабатываю, и предложить вам возможности обучения такому же заработку. Перехожу к компьютеру, смотрим дальше. За день заработано 3536 рублей, 3593, 834 рубля, 3556 рублей, 5909 рублей, 7168, 10 235 рублей. Без личного общения по телефону или скайпу, работая по своему удобному графику, легально и этично. Заработок идет каждый день, на все 100% удаленно. Путешествуйте и зарабатывайте. Зарабатывайте в путешествиях. Реальные деньги в интернете, продавая чужие знания. 100% удаленный заработок. Работайте из любой точки мира. Зимуйте в странах Азии, Таиланд, Бали, Вьетнам, Индия и так далее. Полная свобода. Самый простой заработок. Самая надежная схема заработка. Бизнес с самыми минимальными вложениями. Пожалуй, достаточно этого эпичности вот этого, да, и даже чуть-чуть пафоса какого-то. А все, что вы сейчас видели, все те скриншоты в этом видео, все это мои настоящие скриншоты, да, действительно, это мой заработок. Да, но здесь показаны, так скажем, без плохих моментов, да. Бывают дни, когда бывает заработок ноль, да, честно говорю. Вот, здесь показаны такие самые наилучшие моменты. Вот, а я же сейчас запишу видео на сегодняшний день, какой у меня заработок на сегодняшний день, а сегодня немножко идет просадочка у меня, как раз увидите, так скажем, наихудшую сторону моего заработка. Вот, внимание на экран. В целом скажу так, основной мой заработок происходит на сайте Glopart, это агрегатор партнерских программ, то есть тут много информационных продуктов. Можно становиться партнером различных продуктов, брать ссылку и рекламировать их. Вот. И основной мой заработок как бы проходит через этот сайт, да, через сайт Glopart. Также я немножко по чуть-чуть в разных партнерках участвую, но там небольшие заработки, то есть максимально в какой-то партнерке, в одной я зарабатывал там 1030 в одной, вот, за все время, ну и там по чуть, здесь по чуть. Ну давайте вот оттолкнемся от Глопарта, то есть здесь у меня заработок от 60 до 100 тысяч примерно в месяц стабильно, именно на продаже инф, то есть как партнер, не как автор, а именно как партнер, то есть я не продаю свои товары, я продаю здесь именно, партнерские продукты. Итак, смотрите, ну с чего начать? Допустим, вот у нас сегодня 19 июня, и у меня вот здесь вот сейчас за неделю 9 тысяч рублей. На самом деле, в последнее время у меня сильно заработок упал, и 9 тысяч рублей – это очень низкий показатель. То есть, около полугода я не переваливал, ну то есть не было ниже 10 тысяч, даже мало того, не было ниже 15 тысяч примерно. Да, на прошлой неделе заработано, как видим, 21 тысячу. То есть, если в целом взять, за 2 недели у меня заработано, за 14 дней заработано 30 тысяч рублей. Соответственно, если брать в месяц, то это где-то 60 тысяч рублей. Но это слабый показатель. Вот, вот в день, когда, то есть, у меня вот сейчас бывали вот сегодня... Сейчас, подождите, надо обновить. Сегодня были какие-то продажи. Просто надо обновить. Ну, так вот прогружается... Да, вот сегодня практически 1000 рублей уже заработалось. А были, да, вот недавно был день, когда 0, и вот 47 рублей – это продажа моего вебинара. То есть я говорил, что свои продукты я не продаю. У меня продается свой вебинар, с которого я получаю по 50 рублей за продажу, и он продается очень мало, так что я это в расчет даже не беру. Вот. А так вот, да, 10 тысяч за эту неделю, 21 за прошлую. А давайте покажу, вот, допустим, вот топ-партнеры, да, вот я сейчас упал вниз, на самом деле, в основную часть времени я нахожусь где-то в первой пятерке, плюс-минус. Вот, сейчас упал вниз, 14 продаж за неделю, да. А, к слову, смотрите, да, то есть если я нахожусь вот здесь, вот,
то люди, которые находятся вот здесь, вот и выше, они заработали более 10 тысяч рублей за неделю. 10 тысяч рублей в неделю, если берем это стабильно, каждую неделю, то это получается 40 тысяч в месяц. То есть, вот чтобы вы понимали, вы можете зайти на Глопард и посмотреть. Если вот 14-15 продаж, это примерно 10 тысяч рублей заработка. Вот. А вот эти люди, вот эти все люди, они зарабатывают. Вот это, кстати, BirdInfo, это мой друг Дмитрий Дроздов. Я его обучил, и вот он сейчас меня обогнал даже. Вышел в топ. А вот эти люди, они зарабатывают более 10 тысяч рублей в неделю. А вот здесь вот зарабатывают уже и как партнеры, и по 20, и по 30 тысяч рублей в неделю. То есть можете посчитать, что примерно одна продажа это 500 рублей, плюс-минус. То есть давайте вот посчитаем. Ну-ка, вот у меня сейчас 10 тысяч, да, давайте сейчас 10 тысяч разделить на 14. Это у меня получается 714 рублей с одной продажи у меня вот вышло. Ну, даже давайте 500 берем, да, вот 500. Потому что продукты разные бывают, у некоторых отчисления 1000 рублей, а у некоторых 250. Так что по-разному. И вот берем, допустим, давайте даже возьмем вот 40, допустим, да, вот, ну, да, вот 40 примерно, да, возьмем. Здесь, кстати, показатели тоже всегда меняются. Здесь бывает и 100 продаж в неделю у топ-партнера. У меня недавно было 40 продаж, сейчас 14. То есть неделя на неделю, неделя, недели рознь. Бывает по-разному. Вот, но 40 на 500, это вот в неделю 20 тысяч. 20 тысяч в неделю, это 80 тысяч в месяц. Берем, если по 500 рублей. Как правило, партнеры все-таки стараются пиарить товары, которые выплачивают более чем 500 рублей. Ну, от 500 и выше, да, есть товары, которые и по 1000, и по 1500 рублей выплачивают за одну продажу. Так, давайте перейдем в статистику. Вот я партнер, видите, как я продавец, сейчас я покажу. Вот, за 2 недели 240 рублей, ну, то есть вообще ни о чем. Если мы даже возьмем за месяц, то за месяц я заработал вот меньше 1000 рублей. Вот. И выплачено партнерам 500 рублей. Так что это даже в расчет не берем. Итак, за месяц, как партнер, как видите, я заработал 62 тысячи рублей. Сейчас показатель самый вот, на самой минимальной отметке, потому что, говорю, у меня сейчас доход упал. Вот, идем ниже, смотрим, да, какие бывают продажи. Бывают, смотрите, бывают по 900, по 1000, по 1000, по 2, 3, 700, 400, 2, 800, 2, 2, 2, вот 5, 176, 3, 500, 3, 500, 1700, бывает 0, 1400, 2, 600, 3, 400, 600, 2, 800. То есть, видите, вот такие вот поступления идут, бывает 0, да, иногда бывает 0. 900, 400, 3, 800, 2, 2, 700, 500, 900 и так далее. Вот, то есть это вот за месяц. Сейчас, чтобы эти суммы ко мне падали, я трачу там не более где-то примерно 2-3 часов в день. Вот, в принципе, на этом все видео заканчиваю. С вами был Артур Лето. Я хотел показать, сколько я зарабатываю на Глопарте. Вы видите эти суммы, то есть это минимум 1000 рублей в день и более. А, как я и говорю везде на своих подписных и на своих сайтах, то есть минимум 1000 рублей в день. Люди, как видите, зарабатывают намного больше, то есть не я один, тут такой волшебник, так скажем, да, вот, люди есть, которые зарабатывают, мало того, вот здесь вот топ-партнер, здесь далеко не все, в настройках аккаунта на Глопарте можно переключить ползунок, чтобы не показывать себя вот в этом списке, то есть можно сделать так, чтобы не отображать себя, и очень много серых кардиналов, партнеров, которые зарабатывают намного больше даже, чем вот эти топ-партнеры, вот, и они зарабатывают больше, они просто не показывают себя в этом списке, они просто тихо, мирно сидят и зарабатывают. Вот, так что не я один такой зарабатываю, людей много, вот, кто пониже, более новички, или меньше работают с Глопартом, кто повыше, это более такие люди-профессионалы, которые активно работают с данным сервисом, с Глопартом. Все, на этом видео заканчиваемся, увидимся в следующих материалах. Пока-пока.